какое-то постоянное давление просто на вас оказывается, информационное, какое-то, когда вот это у вас, вы говорите, хочу потупить, вот это что такое? Если человек решил затупить, вот это вот, они говорят, затупить в телевизор, да? Угу. Это что, он уже вообще уже ни к чему, у него уже все, уже все силы у него сожраны, надо лежать и просто как это, чтобы вот это, тогда нету стресса, да? Вот это, так надо какое-то решение принимать, с кем-то разговаривать, что-то делать, понимаете? Вот бичь, там и так далее. А тут сел такой, и такой, знаете, как у раньше был такой, мышь такая была, у нее так глаза крутились. В мультике каком-то. Вот. Да. Они так телевизор смотрят. Из-за стресса, который происходит постоянно, да, и мы вместо того, чтобы правильно справиться со стрессом, мы включаем вот это вот. Ну, слушайте, есть широкий набор способов, который позволяет... У меня вот рыбы есть. Вот я, да, я рыбы. Помню. Да, значит, рыбы, вот они антистресс. Да, ну вот. То, что тебе кто-то вынесет мозг, ты так, ну, они там плавают. У меня сейчас они начали плодиться, как безумные, много производится. И они такие, они танцы, вот так вокруг друга. Все, ты смотришь, да?